В Русской Православной Церкви объявили о старте первой общецерковной олимпиады по богословию. Москва, 8 февраля, РИА Новости, учебный комитет Русской Православной Церкви, РПЦ и Патриарший Совет по культуре проведут первую общецерковную олимпиаду по богословию. Она может стать ежегодной, рассказал РИА Новости председатель комитета протоиерей Максим Козлов. Идея в том, чтобы она проводилась регулярно. Я думаю, что периодичность нужно будет определить по итогам первой олимпиады, ежегодно или чуть реже, но, несомненно, регулярно, сказал он. Олимпиада, сообщает сайт Московской Патриархии, будет проведена по благословению патриарха Московской всея Руси Кирилла и будет предназначена для студентов высших духовных учебных заведений и теологических подразделений светских вузов, имеющих церковную аккредитацию. Она будет проводиться в два этапа – региональной и общецерковной. Первый из которых заключается в написании эссе на заданную тему. Каждую работу оценят три эксперта, выставляющие средний балл на основе разработанных критериев оценки. Экспертный совет олимпиады отберет 50 лучших работ, авторы которых будут приглашены на общецерковный тур, который пройдет в Москве в апреле 2022 года. В качестве тем 2022 года определены Русская Церковь в советское время, уроки для современных христиан, значение наследия новомучеников и исповедников Церкви Русской для современной церковной жизни, место хранения церковных ценностей, храм или музей. Работы будут приниматься учебным комитетом РПЦ до 19 февраля. Козлов отметил, что аккредитация осуществляющих теологическое образование вузов РПЦ – это добровольная процедура, свидетельствующая о желании выстраивать программу в соответствии с требованиями ФГОС и удовлетворять тем критериям, которые предъявляются к такому образованию в церкви. У нас есть целый ряд вузов и кафедр, которые прошли такую церковную аккредитацию, но этот список находится в процессе расширения. Каждый год добавляется несколько вузов. И вопрос, кого и как приглашать, можно будет объявить по итогам первой олимпиады, сказал протоиерей.